Ну что ж, дамы и господа, всем привет, как обычно, Дмитрой, мы продолжаем катать с вами в European War 6. Битва при пирамидах нас с вами ждет. Прошу прощения, немножечко после диплом своего я немножечко приболел, подкашливаю. Ну, надеюсь, это не критично будет сказываться на качестве звука. Так, ага, 18 ходов, 3 звезды. Наша миссия Каир. Да. На святой земле ничего не нужно. Ясно. Ну, в общем, опорный пункт нужен и Каир. Нормально. Есть Наполеон, есть Мират, есть еще парочка батальонов. Старой гвардии, да? Слушай, замечательно. Вот как раз посажу своего братана Бисмарка, посажу Гейтса. А сколько генералов можно, надо будет посмотреть. Сколько назначить их можно. Так, ладно. Хорошо. Слушай, это внушает оптимизм. Здоровый такой оптимизм. Как-нибудь вот так подойдем. Наполеону надо бы как можно меньшую вероятность иметь получить по лбу. Меняем ход. Так, с флота можно обстреливать городочек. И Гейтсом, наверное, пошвыряемся гранатами. Есть в этом смысл. Меняем ход. Ага. Все, можно захватывать городок. Забежим сюда Мюратом, возьмем еще Наполеона, приведем обстрел, такой точечный, да, порубим в капусту первого врага, и надо бы еще второго. Что тут у нас есть, можно арту купить? Можно, можно купить арту, а я могу проапгрейдить этот город. Кстати, а сколько здоровья у Каира? У Каира здоровье 300. Ясно, понятно. Просто можно поставить университет и военную академию. Может, в этом есть смысл. А может и нету. Давай, наверное, потратимся. В принципе, это не очень дорого. Так, и построю я артиллерию хэви. Посажу Жордана. Все, замечательно. Приведем точечный обстрел. Так. Бисмарком сюда зайдем. Тоже постреляем. И товарища Мюрата отправляем в бой. По арте. Все идут по арте. Смотри, как слабенько по нам лупанули-то. Но тут еще генералы вражеские сидят. Их довольно много. И они могут нам дать послаться. Поэтому надо быть осторожней. Безрассудство еще никогда не служило чем-то хорошим. Поэтому надо бы тут быть начеку. Видим обстрелы. А, кстати, бласт у нас один есть. Замечательно. Это здорово. Так. Сяк. Что-то у нас защита арты. Понятно. Давай-ка, наверное, забежим Мюратиком. Немножко порубим врага. И Гейтсам надо уже точечное отбивание провести. По поводу приобретений. Блин, надо бы городок, может, еще разочек. Не, не дают подрейдить. Ну тогда я буду брать самых дорогих парней. Ну, потому что в Александрии вряд ли какой-то апгрейд крутой, серьезный мне дадут. Надо посадить Клинтона, он пригодится для обороны. Потому что я тут очень обрадовался. На самом деле, видишь, тут не все так однозначно.
С другой стороны, дядька Жордан может спокойно тут вот лупить. И ничего не будет. Можно еще лупануть с бласта. Кстати, нам не прибавляется ничего, несмотря на то, что мы с вами вроде университет построили. А в общем, и в целом, нафиг мы только потратили деньги на это. Непонятно. Ну что ж, в будущем придется более внимательно обдумывать такие вопросы. Мигал там, пожалуй, обойду вот как-то вот так. Вражину. И гейтсом. Хлопнем. Прошу прощения. Сейчас мы возьмем, купим милицию. Милиция пусть загоражится мясом. Просто сидит и делает дела, как обычно. Нехороший еще тут дядя лупит по нашим ртоводам. Это не здорово. Мигат занизил мораль. Наполеончиком надо тут втащить как можно более эффектно. Ну, вроде нормально, держимся. Поспамим немножко милиции. А, у нас штрафы, смотри, у нас штрафы на все. И на буст знаний, так сказать, тоже. Ты посмотри, какая жопа тут, сколько народу-то к нам пиликает. Это не к добру. Ну, что поделаешь. Сколько у тебя хп? 96, мужик. Хп у тебя, да? 96 очков здоровья. О! Сюда обязательно надо забежать. Обязательно забежать сюда. 36 минус, да? Стрелушка Наполеончиком. И просто прелестно. Все, теперь мы, в принципе, имеем перманентный доступ к атаке Каира, и я думаю, что скоро его захватим. Надо только подчистить генералишек вражеских, и все будет пучком. Мигатам тут, наверное, немножко подходы к Валерии. Тоже поколбасим милиции, поотстреливаемся. Ну, по сути, все. Меняю ход. Держаться, братюни. Так. Огневая мощь врага слишком сильная. Мы просто бесполезны ни на что не год. Знаешь, в этом что-то есть. Они ни на что не годны. Ладно. Давай-ка. Что сейчас сделаю? Может, не можешь ничего. Жаль. А, смотри, как я сделаю. Так. Вплотную подойду, не страшно. Все, теперь Наполеоном шиндарахнем. Шиндарахнем Жорданом. 42 хп и 51 таким образом, да? Давай Бисмарком теперь. 34-44, да? Осталось 17 хп. И мы мигатиком захватываем этот городок. Все. В принципе, миссия элементарная. И особых таких познаний глубоких тактических не требуется для ее освоения. На этом все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.